Многие уважаемые фанаты данного сериала с нетерпением ожидают выхода 25-й серии, а именно 3-го сезона, так как 2-й сезон состоял из 24 серий. Данная картина получила довольно высокий балл, что говорит о хорошем рейтинге данного сериала. Поклонники всевозможно поддерживают проект и ждут же, конечно, озвученную дату выхода серии на НТВ. Картина при этом заработала 66 миллионов зрительских просмотров, что говорит о большом интересе аудитории к данной ленте. Сценаристом детектива выступил Андрей Тумаркин, который написал «Первый отдел» и «Невский». Кстати, в последней работе Дмитрию Паламарчуку достался образ криминального авторитета Фомы. Большинство зрителей знают Михаила Тарабукина благодаря комедийным ситкомам «Кухня» и «Сеня Федя», однако в копилке актера найдутся и более серьезные работы, как «Морские дьяволы» и «Желтый глаз тигра». Но что-то мы уже заговорились. Вы наверняка хотите услышать, когда же выйдет 3-й сезон. А состоится это в начале марта 2022 года. А чтобы быть более детально про новости любимых сериалов и фильмов, подписывайся на наш канал. Всем удачи, уважаемые подписчики, и пока!